трансляция Санкт-Петербурга продолжается. Здесь будет марш за честные выборы. Видите, все вокруг огорожено полицией. А граждане вот собираются здесь в больших количествах. Ну вот до марша еще полчаса, но вот здесь уже несколько тысяч человек. И вот видно, например, с той стороны, а уж в небе летают полицейские вертолеты, все видно. Вертолет. А люди пошли на нас непрерывным потоком. Вот отсюда площадь Восстания. Люди идут, идут и идут. Пошли потоком. Видите, люди идут непрерывным потоком. Выливаются колонны протестующих. Идут люди веселые, доброжелательные. Если дислокация полицейских сил, но у них огромное количество протестующих. Будет что-то много. Давайте походим, посмотрим в толпе. Посмотрим, что люди говорят. Прикрыл объект. На шарике написано, вы нас не представляете. Вы нас не представляете на шарике. Не поддержите. Спасибо огромное. Прямая трансляция. Спасибо. Привяжите мне вот так, чтобы мне выйти. Смотрите, люди веселые, жизнерадостные. Люди хотят изменить свою жизнь к лучшему. Вот здесь целый грузовик с шарами. Шары раздают бесплатно всем желающим. Видите, как их много здесь. Организаторы постарались. Вот у людей много-много таких шариков. Потом спросим у людей, почему они сюда пришли. Зачем они сюда пришли. Начинается уже потихоньку устраивание колонны. Сколько здесь человек сказать сложно, я думаю, что несколько тысяч человек уже есть. Здесь разные силы. Вот тут и пропутаны написано. Плакаты. Так, потом попозже посмотрим, какие там плакаты у людей. Кого люди представляют. Акция в Петербурге согласована. Марш пойдет по центру Петербурга. Вот здесь про учителей написано, которые на выборах фиксируют. Третий срок. Спасибо. Спасибо, Елена. Так, ну вот, со всех сторон нас занимаются полицией. Чтобы люди никуда не думали прорываться, наверное. Сегодня очень холодно, минус 20 градусов, и здесь полиция загорожена. Здесь много колонны подвигают, освобождая место для остальных протестующих, чтобы они могли сзади присоединиться. Ну что, шариками достаточно красиво, все и красочно. Шарики непростые, шарики со смыслом. На них написано, вы нас не представляете. Еще раз надуете лоб, но видите, написано. За честные выборы.
Да, извини, занят, извини. Привет. Алло. Ну я вот в угле уже. А, машины стоят, да? Хорошо, Диамон, да? Я тогда, я возвращаюсь, хорошо, я продолжаю снимать. Вы еще не прошли? Машины не прошли? Ага. Ну я стою сразу за машинами, я уже снимаю. Хорошо, я стою за машинами, да. За узким проходом за машинами, да, быстрее, да? Давай, ага. Смотрите, ли перестроение колонн полиции. А колонна пропускающих вот устраивается вот там. Так уже. Бросай мне в карман, да? Карман бросай мне, я подпишу. Так, продолжаем трансляцию. С неба летает полицейский вертолет. Так, маленькая пауза.